Организм уже не справляется. Вышедшая в свет в халате Калачкова напугала несвежим видом. Слухи о пристрастии Анастасии Волочковой к горячительным напиткам ходят в прессе и соцсетях не один год. Эти самые домыслы снова были подпитаны поступком балерины, заявившейся в шикарный ресторан в наряде, напоминающем своим видом потрепанный домашний халат. Да и лицо Волочковой, которое многие фанаты посчитали несвежим, навело на мысль об ее увлечении полусладким. Как признала сама артистка в фешенебельное заведение, она пожаловала с благородной целью, выбрав его в качестве места для презентации своего очередного клипа, пишет EG.ru. Да, уже конкретно видно, что бухает по-черному. Спивается балерина, вообще неинтересно смотреть на нее. Организм уже не справляется, высказались раздосадованные внешним видом балерины подписчики.